шарики. Начинаем формировать вот такой вот тапочек. Вот так вот сделали. Делаем такие вот, забыла вам померить. Так, итак, три. Большая вот эта часть пухленькая 1,5, узенькая 1 сантиметр. Вот так сделали. Вот хорошо была бы Лена, она бы отвечала на ваши вопросы вот эти все. Я вообще не в курсах. Делаем вот такую лапку. По 1 грамму черной мастики мы берем. Так, да вот уже подвинула камеру. Сейчас еще подвину. Так, 6 грамм ботинок. Плюс 1 грамм подошва. Приклеиваем сюда. Если плохой липкий слой, значит обязательно воспользуйтесь клеем. Если хороший, то можно и без него. Вот такой черный ботиночек у нас. В ней черная подошва. Просто на пальчике растянула. Приложила сюда. Тут также растянула по подошве. Смотрите, чтобы ваши ботиночки были одинаковые. По длине, по ширине. Теперь берем точно так же. Наносим клей на каждом пальчике. Берем кусочек черной мастики. Раскатываем. Такую полосочку. Вырезаем пласт вот такой. Это приблизительно 0,5 миллиметра. И делаем такие вот треугольнички мы с вами. Раз. Такие у нас получается. На каждую штанинку мы возьмем. Сейчас еще раз гляну. По 18 грамм на каждую штанинку. Так, берем наши 18 грамм. Катаем шарик. Начинаем его слегка укатывать. Укатываем, то есть здесь у нас очень тонкий получается конец. А здесь очень толстый. Кончик мы сразу можем на столе положить. Что у тебя? Как там странно вообще сегодня. И наискосочек нам нужно его. Вот так вот. Сразу. Создать вот этот искосок. Чтобы нам легче было потом присоединить. Сразу здесь краешки подровняли. И получается у нас здесь 1 сантиметр. Здесь диаметр у меня, ну вот, 2,7 сантиметра. По высоте до самого высокого края 4. До самого маленького 3. Вот такая вот штанинка. Возьму пока зубочистки и буду их на зубочисточке устанавливать. Так. То есть, так как это пижамка, оно должно быть все такое очень воздушное. Для нашего тела катаем шарик. Делаем его вот таким вот. Такой вот капелькой, сильно большой нам не нужен, потому что часть мы заберем с ног. 4,5 сантиметра, здесь у меня 3,5, здесь 1,5. Ну... девчонки. Хвостик для нашей пижамки. Нам понадобится 2,5 грамма. Делаем вот такой хвостик. У меня это 2 на 2. Такой треугольничек. Берем белую мастику. И теперь смотрите, тут надо опять, как вот девочки говорят, что это кройка. Итак, приложили к нашим фигурке и намечаем себе места. То есть нам нужно выявить, какую часть
нам нужно вырезать. Вот такая у меня получилась. Так, что тут? 4 на 4,5, на 1,5, на 1 сантиметр. На каждый рукавчик возьмем по 5,5 грамм. Катаем вот такие капли, так же, как у нас было с ногами. Прибиваем здесь. Делаем. Это 1 сантиметр у меня. Прибиваем. Создаем, да? Один край у нас выпуклый, второй плоский, для того, чтобы нам было легче прикрыть. По длине он у меня 4 сантиметра. По ширине 1,2, а здесь 0,8. Вот такой вот рукавчик. Руки будут у нее сложены за спиной. Поэтому мы с вами сразу складываем их. Начнем мы делать здесь шею. Она, возможно, будет больше, чем нужно, поэтому мы с вами лишнее отрежем. Поэтому берем мы с вами 1,5 грамма, как всегда, все лишнее отрезаем. На шею взяла, скатали шарик. Вот такая у нас получается 1,5. На 1,5, на 0,5. Лишнее отрезали. Сгладили все шовчики. Возьмем тоже 1 грамм на каждую кисть. Итак, сделали вот такой защип. У меня этот защип 1,5 сантиметра. Вырезаем такую варежку. Если сложности с руками, можно оставить все на вот таком этапе. Если хотите позаморачиваться, отрезаем пальчики. Чуть-чуть, совсем немного. Утончаем каждый пальчик, совсем немного. Уважаем. Ручки у нас маленькие. Отрезаем лишнее. Смазываем клеем. И приклеиваем наши ручки. Забыла, кстати, сделать один момент. Чтобы ручки согнуть, нам нужно сделать вот такие вот наметочки. Тогда пальчики начнут изгибаться. Крутим шарик, чтобы он был как можно гладким, да, то есть без трещин, без всего вот этого. Скатали, немного укатываем его. Нужно нам вот такой вот личико. Прикладываем и на ладошке увеличиваем наше вот это лицо. 5 на 4,5. Вот такой вот личико у нас получается. Делаем следующий, немного делаем здесь такой подбородок. Но он должен практически быть еле видимым, потому что у нас такая необычная куколка сегодня. Для себя примеряем. И теперь мы будем с вами делать самое главное. Это рисовать лицо.
Начинаем рисовать всегда светлым красителем, потому что проще всего его стереть с нашей основы. Итак, получается 2 сантиметра, вы видите, вот все показал. Так, теперь будем рисовать с вами глазки. Смотрите по линейке. Полтора сантиметра по губке. По ширине они 0,5, носик 0,3 где-то. Вот так. Теперь переходим к более темным цветам. И мы теперь с вами начнем делать наши глазки. Смазываем нашу голову. Помним, одеваем ее всегда немного, как бы наклоняя вниз. Тогда она будет смотреть прямо вам в глаза. То есть вы можете где-то по бликам ориентироваться. Начинаем мы делать наши волосы с нашей челки. Сразу я здесь смазываю клеем, создаю липкий слой. Катаем такие вот капельки и приклеиваем.
край. Проходим сразу швом, потому что потом будет уже это сделать сложно. И надеваем наш вот этот капюшончик. Закладываем. И подгибаем наш капюшон, шовчики подтягиваем аккуратненько все. Такая пижамка. Сантиметрам куколка у нас 14,5 сантиметров по своему весу. Она у нас весит 228 грамм.